Всем привет, с вами Роман Стелс, это очередной эпизод прохождения игры «Ярость и восстание на Кроносе». Как вы помните, мы должны были убить Рио Ишакаву на роботе. Я вот сейчас нечаянно так запустил, попятился от него, побежал, и он там в трубе застрял. Вон он, ублюдок чертов. В общем, я думаю, я здесь сразу сохранюсь, и думаю, как-то мы его так убьем. Да, у меня там сильные повреждения. В общем-то, мне повезло, на самом деле. Он что-то там заглючил, и я быстренько назад-назад и за эту трубу спрятался. Жаль, что я не сумел это записать. В общем-то, но... Как видите, его все равно мочить, оказывается, достаточно... Ну, не сложно, но много. То есть, так сразу сходу его бы и не замочить было. В нем... Все ракеты кончатся. Вот такой вот финальный босс, судя по всему. Если можно так назвать. Так, походу что-то... Походу убили. Поздравляю, капитан. Так как все уже закончилось, у меня появилось для тебя одно небольшое заданице. Подожди у меня, я до тебя сама доберусь. О, девчонки. Будь молодцом. Девчонки меня делят. Ну вот видите, как все, какой последний босс оказался интересным. В общем-то, суть победы была в том, чтобы воспользоваться тем, то, что он залагал, и быстренько бежать за трубу. За трубу прячешься, он в ней застревает, и ты его из гранатомета. Вот, пожалуйста. Так, адмирал Карадж был только что арестован и вскоре представлен перед трибуналом UCA. Тем временем ситуация на Кроносе постепенно улучшается. Силы падших... не знаю, что предложили перемирие. Ага, все ясно. И представители UCA его приняли. Так, окончательно расформировав остатки организации CMC. Так, без чего-то там Рио Ишикава впервые за многие... без... Непонятно, что это за слово. Кошмар. В общем, без Рио Ишикавы впервые за многие годы возникла реальная возможность решить проблемы относительно мирным путем. Ташира периодически... Или что? Ташира предпочел остаться на Кроносе в роли посла Каада. Во. По крайней мере, до тех пор, пока не будет подписан окончательный вариант мирного договора. Тем не менее, у вас остается нерешенный еще один вопрос. На этот раз на вашем личном фронте. Ясно. Решим, с кем из девочек мы будем. Ну, это интересно. Ладно, давайте решим. О, антикризисная. Ну, как насчет антикризисного, Карла? Извините, но вы уже на дежурстве. Зачем я ее взорвал из гранатомета? И зачем Кура бегает с дробовиком за Кейтрин? И нет никакой музыки, сопровождающей титры. Продюсер и исполнительный продюсер Алексей Здоров, Виталий Климов. Ой, ну ладно. Не знаю, чем это правда все закончится. Может, мне стоит выбрать кого-то все-таки? Ой, что это? Что это? Что это происходит? Что это за лаги? В общем... О, можно энтером перелистывать. Твою медь. Конец. Можно энтером перелистывать было субтитры. Титры. Конец.
Нет, правда, конец. Нажмите Escape, чтобы вернуться в главное меню. Конец. Окей. Всеслав. Что? Чё за психодел? Да, проверил. Угу. Чё, что это? О чём речь? А, ну да, окей. Ладно, что с вами был Роман Стелс, это была Игра Ярости, Восстание на Тронусе, тьфу ты твою мать. Ой, Восстание на Кронусе, и, блин, мы ее наконец-то прошли. Было весело, интересно, забавно. Я, в общем-то, не скучал, надеюсь, как и вы. Увидимся в следующих летсплеях, прохождениях и прочих видео. Всем спасибо, не прощаюсь.